привет! Сегодня видео начинаю с купания куколки. Сегодняшний влог, да, малышка. Смотрите, что у меня здесь плавает. Сейчас покажу. Это из-под пилинга ягодки всякие. Вот хочу словить одну, чтобы показать. Вот действительно ягодки. Посмотрите, как интересно. Вообще пилинг замечательный, который я показывала в прошлом влоге. Куколку. Чего ты, моя малышка, будем купаться сейчас, да? Она не особо любит купаться, как Леона. Иди ко мне. Иди сюда. Вот так, моя хорошая. Только что, когда снимала видео, заметила, что на этом ноготке скололся лак у меня. Вообще, это уже третий день у меня сегодня. Лаку я, когда мне хочется, чтобы лаки были стойкие, очень хорошие, качественные, тогда я выбираю только Дебора Липман, потому что они меня редко подводят. Но и то, я вчера багаж собирала, потом я купалась, потом куколку купала, но, видимо, поэтому и откололся один кусочек лака. Вот, использовала два оттенка, это Scream and Shoot и второй Happy Birthday, по-моему, да. Также хочу вам показать интересную штуку, домашний фотоэпилятор. Я его тоже сегодня буквально получила. У меня это фотоэпилятор на 30 тысяч вспышек. Там есть еще 120 тысяч, 50 тысяч, 5 тысяч, по-моему, разные. Вот такой у меня голубенько-бирюзовый, красивенький, очень маленький. Я вообще ожидала, что придет какой-то аппарат, так как я делала фотоэпиляцию, лазерную эпиляцию в салонах. Там, конечно же, огромные такие приборы. Вот здесь идет сама, по-моему, световая вспышка, да, но я его не буду открывать уже, потому что трудно потом его упаковать обратно. Я открывала уже, прочитала инструкцию, очень хотела использовать сегодня перед отпуском, но там написано, что нежелательно перед загаром и после загара его использовать, поэтому вот думаю, в дальнейшем им воспользуюсь, когда уже приеду. Вообще он заявляет, что удаляет волосы навсегда, там на какое-то количество процентов, то есть не 100%, но все-таки там, по-моему, 60-70%, как-то так. Будем смотреть и обязательно я вам расскажу, потому что действительно вот такой прибор мне хотелось протестировать. Мы приехали уже в аэропорт, у нас ночной рейс, уже ночь на улице, но я одета достаточно легко, вот шорты, сникерсы и такой свитшот. Ну, регистрация должна уже начаться через 5 минут, по-моему. Давайте я вам покажу наш аэропорт. Там регистрация у нас. Дальше. Здесь на втором этаже здесь будут кафешки всякие. Там, в общем, такое. Здесь вход, собственно, на посадку. Вот там сверху кафе. По-моему, все-таки два чемодана. И я уже со своей сумочкой любимой тормозит. На ногах у меня, конечно, сникерс, это самая удобная обувь. Мы только что ходили по Дьюти-фри. Я ходила от своего стенда, не знала, что мне выбрать, потому что, в принципе, все есть. Парфюм меня не интересует, потому что два я жду, должны мне прийти скоро. Поэтому выбрала для покупки Dior Lip Maximizer. 29 евро стоил и Герлен автоматическая эта помада. Выбрала такой нейтральный цвет, там называется Rose Imperial. Вот так выглядит, очень нравится мне упаковка, такая необычная. И вот он сам оттенок, мне кажется, очень универсальный и для лета, и для осени он, в принципе, подойдет. Я думаю, что все его знают. Давно у меня его не было, потому что быстро заканчивается. Уже прилетели в аэропорт Анталии, хорошо долетели, был такой удачный и взлет, и посадка мягкая. Авиалинии мы Air Moldova, но единственное, что мне очень нравится в Air Moldova, сколько летаю, никогда нормально не кормят, то есть либо какие-то дают непонятные бутерброды, сегодня, например, пончики были, ну что-то такое вот.
это мне нравится. А так, в принципе, летают они достаточно хорошо. Здесь вот дети фри, когда прилетаешь, но здесь все достаточно дорого. То есть лучше уже либо в Кишиневе, там, ну, либо откуда вы прилетаете, либо уже на вылете в Анталии покупать, потому что здесь дороговато, как ни крути. Теперь будем ждать багаж. Мы уже приехали в наш отель, сейчас 4:30 утра, поэтому ждем заселения, немножечко устали. Поэтому буду заканчивать сегодня свой влог. Увидимся в новых. Пока-пока.